Паровая машина в действии состоит из котла с водой и с нагревательным элементом. Здесь сразу вырабатывается пар, который идет через кран, поступает непосредственно на паровую машину двухцилиндровую, которая имеет два цилиндра. Паровая машина соединена через маховик с электрическим генератором, который при максимальных оборотах вырабатывает около 3 вольт, которые достаточно для того, чтобы светились вот два светодиодика. Вот. Здесь имеется также манометр. Вот он. И предохранительный клапан, который не дает в случае превышения давления взорваться этому котлу. Посмотрим, как она работает. Отсюда вот выходит отработанный пар. Поехали. Обороты можно регулировать подачей, регулировкой уровня подачи пара в машину. Вот такие вот цилиндрики тут. Вот так они крутятся. Называется эта машина DM1. К сожалению, в интернете я ничего про нее не нашел. Думаю, что это какой-то очень старый экспонат для учебных заведений. Даем газу.
лампочки уже не горят. Напряжение недостаточное вырабатывает генератор. На сегодня все. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Ставьте лайки.